Одесса, 6 июля, 3:30, горел дом. Черные клубы дыма поднимались в небо. Это было в Одесской области, село Кремидовка. Минут через 15-20 в области были слышны периодические взрывы. Но сообщили, что это наши вооруженные силы Украины, что опасности для населения нет. 15:57 объявили воздушную тревогу. То есть это все вместилось буквально вот полчаса, да. Тут горит дом, клубы черного дыма, тут взрывы какие-то происходят в области, говорят, что это наши вооруженные силы Украины. И тут же сразу же объявляют воздушную тревогу и сообщают о том, что есть угроза, высокая угроза ракетного удара, и что зафиксированы были ракет с моря. Буквально через 5 минут уже был слышен взрыв в области, причем не один. Вот, в городе все тихо, а вот в области периодически какие-то взрывы. Вроде как сообщают, что это ПВО. Никакой подтвержденной информации официальной по прилетам нет. Но клубы черного дыма поднимаются. Будем ждать официальную информацию, что на самом деле произошло. Я желаю всем мирного неба над головой. Берегите себя.